Хорошие пельмени – это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва готовим тонкое яичное тесто с добавлением сливочного масла. Лук сладких сортов для образования бульончика и перец. Совсем немного. Щедро выкладываем великолепный рубленый фарш. Много мяса, мало теста. Вот он. Настоящий пельмень. А внутри много сочной начинки. Грудинка индюшки с курицей или телятина со свининой. Думаю, многие и забыли, как это может быть вкусно. Выбирайте и наслаждайтесь. Мясные пельмени Чезар. Много мяса, мало теста. Петя. Хорошие пельмени – это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва готовим тонкое яичное тесто с добавлением сливочного масла. Лук сладких сортов для образования бульончика.